18 марта – выборы президента России. Голосовать – это важно. Почему? Никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше. 18 марта состоятся не просто выборы президента. Это будет выбор судьбы ваших детей на многие годы вперед. Возможность изменить курс власти, вернуть достойную жизнь нашему народу. Нельзя отсиживаться в эту ответственную минуту. Я призываю всех прийти на избирательные участки и выбрать свое будущее. 18 марта выбираем наше общее будущее.